В Самарской области выходные провести велосипед в электричке можно бесплатно, а в субботу, 22 сентября, автомобилисты Самары смогут не платить за проезды в общественном транспорте в течение всего дня. Город присоединился к Всемирному дню без автомобиля. Для этого необходимо будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства. Условия распространяются на метрополитен, трамваи, троллейбусы и автобусы некоторых перевозчиков.